Золото палю. Услед за Рэчицким районом першие тысячники на уборце урожая вызначились у Добрушским. У передовиках экипажи и водители предприемства «Калининский». Менавіта на полях этой господарки до лидеров жнива приехали с віншаваннями. Тысячный рубеж тут досягнули одразу три экипажа и три водителя на отвозце збожжа. Тысяча не первая, как бы сказать, сейчас бы последние годы, считай, подряд, три года подряд. Ну вот, достигли. Труд-то не из легких. Всегда надо заниматься, думать, как бы сказать, как что подстроить, настроить, чтобы в дальнейшем целый день работать. Калининский всегда был в передовиках по валому намолоту зерна и по передовикам, потому что у нас элита, можно сказать, механизаторская, которая всегда в лидерах, и уже в пределах 5-6 лет она всегда занимает первую тысячу. Пока убрано всего 37%, с этих 37% намолочено 4035 тонн зерна. Это с урожайности 37,5 центнеров. В опыт селекция, новая техника и надворье. Те самые складальники доброго урожая, личит директор предприемства Виктор Байдау. В этом году господарцы различивают повеличить показчики минулого года и намолотить около 10 тысяч тонн сбожжа.